Пошаговая инструкция для похудения ягодиц в домашних условиях. Мы выбрали наиболее эффективные упражнения, которые за короткий срок приведут ваши ягодицы в порядок. Итак, приступим. Упражнение, первое по эффективности упражнение, это приседание. Оно позволяет проработать все группы мышц ягодиц и отлично подчеркнет их контур уже после 20 дня занятий. Поставьте ноги на ширине плеч, держите спину ровно, плечи расправлены и голова смотрит вперед. Медленно на вдохе опускайтесь, пока бедра не станут параллельными полу. Задержитесь на несколько секунд и на выдохе поднимайтесь. Для утяжеления со временем лучше использовать гантели. На первое время нужно сделать около 3 подходов по 10 приседаний, с дальнейшим увеличением каждые 2 дня на 5 приседаний. 2. Упражнение «Поднятие ягодиц лежа на полу» – тоже практикуемое многими упражнение, которое дает положительные результаты. Лягте на ровную поверхность, руки выпрямите и опустите ладонями вниз, на них вы будете слегка передавать нагрузку при поднятии тела. Ноги немного расставьте и медленно на вдохе поднимайте ягодицы, задержитесь в таком положении и также аккуратно на выдохе опускайтесь вниз. Достаточно сделать 3 подхода по 20 раз. 3. Упражнение, выпады, одно из важных упражнений для проработки боковой мышцы бедра и ягодиц. Отлично справляется с уменьшением подкожного жира и увеличивает округлость ягодичной мышцы. Становимся ровно, руки на талии, ноги на ширине плеч. Далее на вдохе одной ногой делаем шаг вперед и опускаем колено почти до пола. Не возвращаясь в исходное положение, несколько раз поднимаем и опускаем колено до пола. При этом дышим равномерно и чувствуем напряжение мышц бедра. После меняем ногу и делаем такую же нагрузку на каждую ногу по 20 раз. Для увеличения нагрузки тоже можно использовать гантели с комфортным для вас весом. 4. Упражнение «Махи ногой вверх». Становимся на колени, руки на ширине плеч. Выпрямляем ногу и на вдохе отводим вверх. Удерживаем несколько секунд и возвращаем в исходное положение. Так делаем 3 подхода по 30 раз каждой ногой. Для усложнения эффекта можно затем встать на локти и делать более высокие махи вверх и в стороны. 5. Упражнение «Планка» – одно из самых универсальных упражнений, которое задействует все мышцы организма. Лягте на пол, руки упираются в пол локтями ноги носками стоп. Выпрямите тело одну ровную прямую и замрите. Дышите медленно и главное не терять равновесие. Поначалу будет очень сложно выдержать даже 1 минуту. Но после недели занятий вы почувствуете себя сильнее, увереннее и сможете продлить время выдержки. Упражнение для молодых мам с детьми. А как же быть молодым мамочкам, у которых времени гораздо меньше, а восстановить форму ягодиц после родов хочется очень быстро? Здесь придет на помощь только игра воображения. Используйте время бодрствования малыша в пользу себе и ему. Поместите на коврике рядом с собой и ребенка и несколько его игрушек. Попробуйте заниматься, и вы увидите, сколько интереса вызовете в глазах малыша. Или можно заниматься вместе. Вместо гантелей, в качестве дополнительной нагрузки можно использовать своего кроху. И ему забавно, и маме полезно. Упражнение для похудения ягодиц за неделю. А что же делать, если через несколько дней отпуск и так хочется побыстрее привести себя в прекрасную форму? Ниже приведена схема упражнений усиленного сжигания жиров и прокачкой мышц ягодиц. Чем отличаются упражнения для похудения ягодиц для мужчин и для женщин? Особого отличия нет, а схема упражнений, приведенная выше, подходит как для женщин, так и для мужчин. Единственный нюанс – это увеличение нагрузки для мужских мышц должно быть больше. Для этого можно использовать гантели большего веса и специальный мяч. Упражнение – согните ногу и опустите стопу на мяч, так вы сможете усилить нагрузку на одну из ног и дать больше эффект от занятия. Медленно приседайте, держа в руках гантели и делая вдохи при нагружении мышц. Дыхательные упражнения для похудения ягодиц. Упражнение 1. Вдох. Встаньте прямо, чуть согните колени и постарайтесь расслабиться. Руки расслаблены, широко улыбнитесь и сделайте глубокий вдох через нос. Воздух пройдет в живот и раздует его. 2. Сильно напрягая ягодицы и постарайтесь сделать еще 3 вдоха, полностью заполняя легкие. 3. Сложите губы трубочкой, выдыхайте, втягивая живот. Мышцы ягодиц напряжены. 4. Сделайте еще 3 выдоха подряд, как бы полностью выкачивая весь воздух из легких. Повторять эту процедуру необходимо до 10 раз. С
Сочетание такого дыхания и упражнений на мышцы даст потрясающий эффект. Упражнения для похудения ягодиц, советы и отзывы. Перед началом любого упражнения прислушайтесь к нашим советам. 1. Совет: начинайте тренировку не ранее, чем через 2 часа после еды. 2. Совет: всегда начинаем с разминки и разогрева мышц. Это поможет подготовить организм к нагрузкам. 3. Совет: желательно, чтобы помещение было предварительно хорошо проветрено и наполнено кислородом. 4. Совет: возьмите за правило всегда начинать с хорошего настроения и веры в себя. И тогда результат не заставит ждать. Отзывы: Ольга, 34 года. Я живу в большом мегаполисе и, конечно же, большую часть времени провожу в сидячем положении за компьютером. Клёту очень хотелось привести себя в порядок, чтобы порадовать себя и любимого человека. Благодаря методикам статьи и упражнениям за 3 недели я успела подкачать ягодицы и похудеть на пару килограмм. Все дело в режиме, просто надо решить и делать. Питание тоже сыграло свою роль. Только легкие продукты и много овощей, а также сила воли. Без нее никак.